иногда в нашей трудной жизни не хотели понимать ценность того, что он говорил. Нам хотелось только то, чтобы он делал, делал, делал. А здесь вот заодно и приоткрывается занавес, чего стоило каждое из этих дел. Мы привычно ходим, я не знаю, там возле, мимо Стефановского собора, мимо диагностического центра. Мы работали над архивом, сдавали, и в это время прислали какой-то черновичок посмотреть, потому что издавалась энциклопедия города Сыктывкара, и там они, наверное, каких-то почетных граждан туда вносили. И я была свидетелем того, как Юрий Алексеевич редактировал, ну, вот ту статью, которая про него. Знаете, что он туда дописал? Ни награды, ни звания. Он сидел, я ему предложила, давайте я напечатаю. Он сказал, я сам. И он сидел и от руки вписывал те объекты, которые были построены и открыты. Понимаете? Только это. И вот эти объекты заняли где-то страницы полторы.